Так, ребята, погнали. Ну как же все это дело сделать? Конечно же, квадрат. Сюда крышу. Сюда можно разместить, конечно же, стенку. Стенку, окей. Теперь самое главное это поставить, конечно же, шкаф. Шкаф ставится ближе к правой стене и ближе к крыше. То есть, чтобы так, ну, нужно его поставить, чтобы уместился спальный мешок. Шпальный мешок. Я как пчела. Проверяем, чикаем. Можно поставить? Окей. Теперь ставим большой ящик, ребята, ставим за... Так, где он? Вот он. За шкаф. Смотрите, размещаю его подальше, туда, бум, готово. И теперь, как я и смотрел, можно поставить спальный мешок. Его я размещаю вот так вот. Вот он вроде... Ага, готово. Закрыть можно, красавчики? Все. То есть у нас есть шкаф, большой ящик и спальный мешок. Заметьте, ничего пока не улучшено. Если вы улучшите в камень, либо в железо, либо в высокий металл, у вас ничего не поставится, потому что при улучшении стенки становятся больше. Вот так вот. Окей, идем дальше. Треугольник высокий и высокий. Обратите внимание, такой способ я использовал, когда делал бункеры. Но, ребята, это бункер... Соло-бункер, короче. Погнали дальше. И у нас практически все готово. Здесь ставлю стенку, стенку. И, ребят, сюда еще треугольник поставлю для того, чтобы здесь разместить, конечно же, печки. Без печек бункер... Ну, там что делать? Если бункер без печек, вы там ничего не растопите. Печку. И еще одну печку. Тут по чеку ставится. И еще одну, please. Yes. Of course. Можно поставить обычную сюда дверку. Либо можно поставить... Каркас гаражный. То есть гаражную дверь вкачать. Давайте я поставлю обычную. Потому что по классике, когда играете, есть только обычная дверь. Все, ребят, три печи. Окей. Ну что, ну сюда ставлю, конечно же, вот такой вот workbench. Так, ну до этого сюда ставлю. Ну, поняли, как это все дело работает. Полустенки, полустенки. Еще полустенки. Ну, сюда ставлю workbench. Вот как-нибудь его бэмс, готово на. И сюда ставлю, конечно же, обычную дверь. Все, ребят, осталось только сюда поставить тоже дверной проем и обычную лестницу. Все, ребят, наш бункер для одиночки готов. Вообще изи-пизи, но еще раз, ребят, повторюсь, то, что нужно делать его с помощью веток. Не нужно улучшать сразу. Если вы сразу улучшите, у вас ничего не получится. Вот так, ребята. Ну что, с вами был Юрий, ребят. Я вам показал, как все это сделать. Надеюсь, поддержите лайками. Пишите комменты. Я на все практически отвечаю комменты. Такая небольшая будка получилась у нас. С вами был Юрий, ребята. Играйте в раз. Увидимся. Пока. Бэм!